Повестка широкоэкранных масштабных блокбастеров и до всех событий, она всегда была прогосударственной. Она не может быть антигосударственной в силу просто государственного финансирования. Поэтому здесь иллюзий быть не должно, она и не была. Возьмите «Легенду 17», возьмите «Движение вверх». Да, были, ну скажем так, частные, как сказать, достижения, как, допустим, тот же самый «Последний богатырь» или большое количество, там, ну небольшое, но относительно большое количество комедий за небольшие деньги, которые собирали большие бюджеты. Это все равно всегда либо, если это большой блокбастер, очевидно в повестке прогосударственной, либо, как сказать, либо в русле, в коридоре возможностей, которые, я имею в виду и цензурных, и контекстных рамок, да, предоставляемых государством. Потому что пчелы против меда быть не могут. Это тоже как бы бизнес-логика, тут ничего в этом удивительного нет.